друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Сегодня на охоте использую семерку и пятерку. Русский охотник. 32 грамма. Наклеечка Stick Hunt. А, вот он. Значит, у нас все. Норма на сегодня добыта. Можно идти в лагерь. Доброе утро. Сегодня второй день. Время 3:15. Отправляемся на охоту. Так что движемся дальше. Посмотрим, как это сегодня будет лед. Ну зачем над канавой-то, Олег? Иди лезь теперь за ней. Нормально. Ждал, блин, чтоб сюда вылетело. Нормально. Чаюшки. Ну конечно, ага. Иди сюда. Ути. Так, подбежите. Проснулся, блин. Сидел там, спал. Да. Захочешь поругаться, прям сразу. Меня отругали за то, что я постоянно ругаюсь нецензурной бранью. Обещаю больше этого не делать. Как только вы услышите вот такой манок, это значит, что я хочу высказать что-то нецензурное. Но больше ругаться я не буду, буду дуть манок. Вон тряночка продолжается. Но я решил прогуляться с подхода. Сейчас дойду до лагеря. Одену вейдерсы. И пойду по своим любимым местам. По камышам. Попробую добыть утку с подхода. С подъема. Там посмотрим, что будет. Вот.
Есть. Ты готова? Я забирал. Идем дальше. О, ты тоже готов, что ли? Это я надо бить. Много, а я один. Чирка. А? Там у меня соксон лежит. Это хорошо. Фух. Сейчас передохнем. Там еще много утки сидит. И пойдем дальше. Кто-то до сих пор думает, что охота на утку это легко. Попробуйте. Поймете. Кое-как. Третья. Наглухо. Вот она, чирка. Забыли. Фух, отдыхаю чуть-чуть.
Идем по дуроте. С оксом. Вот. С полем. Продолжаем. Сюда падал. Вон подранок. Зараза. Да, пришлось добивать ее. Бил ведь. Хорошо. И подранка. Вот так вот бывает. Может, все. Она не все. А, вот он. Значит, у нас все. Норма на сегодня добыта. Можно идти в лагерь. Надо только перейти. Вот она. Сегодня у нас норма 2 щерка и 2 соксона. Ладно, ребят, на этом я заканчиваю свое видео. Охота была 30 минут. Вот это все полотенку. Я обошел, взял 2 чира и 3 соксона. А ну а вы не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать комментарий, поделиться с друзьями. Также оставляю ссылочку на мой инстаграм, там всегда свежие фоточки. Все, всем удачи и до новых встреч.